Почему такая большая цена? 50 тысяч за 4 дня. За такие деньги вы получаете знания от двух суперпрофессионалов. Мне кажется, это хорошая цена за хорошее обучение. И хрен вы где найдете такие знания за эти деньги. Если сравнивать с моим обучением, которое я получал в Америке, то это вообще в десятки и в разы больше. Я учу тому, чему научился сам и что я умею. Поэтому смотря с чем сравнивать. Чему можно научиться за 4 дня? Да многому можно научиться. В очень крутой базе. Вы сэкономите как минимум 2-3 года в поисках нужной информации. За эти 4 дня вы получите от нас все теоретические знания, попрактикуетесь и сделаете татуировки под нашим контролем. А я хочу привести пример наших учеников. Они делают в 4-й день работу на практике намного лучше, чем мастера, которые работают уже 2-3 года и пришли за повышением своей квалификации. Смогу ли я делать тату сразу после обучения? Обучение в академии – это фундамент и стены, а крышу вам придется строить самому. Здесь, в тату-студии, на обучении вы сделаете свою первую татуировку в присутствии нас. Что будет дальше, это все зависит только от индивидуальных способностей ученика. Вы даете ли вы сертификат и что он дает? Да, сертификат – это красивая бумага, подписанная мной и Олегом, но он не делает татуировки за вас. Чем отличается обучение в академии от роликов в YouTube? Знаешь, сколько я не смотрел ролики в YouTube, всегда это постановка. Я отвечу как старовер. Может быть, у меня старческий такой подход. Если вы хотите чем-то заняться профессионально, добиться хороших результатов, вам нужен наставник. Здесь мы расскажем вам все, что мы знаем о татуировке, и ответим на все вопросы правильно. Это очень важно. Очень важно живое обучение. Я, наверное, не видел никаких спортсменов, которые добились очень крутых успехов, не имея тренера. Я не видел людей, которые выучили в айфоне через программку в совершенстве английский язык. Я за серьезный подход, и самое важное, чтобы наставник вам помогал и контролировал вас.